Во. Наконец-то, блядь. О! Да? Пошло дело. Так, вступает в игру, где... О! О! Подожди, а ты где? А, о! Здрасте, наконец-то. Hello. Оп, а вот и мой шашлык, дайте, потрёмся шашлыками, да. Так сказать, ладно, я не буду шутить про эту хуйню больше, хватит. Хватит, все, Саня, остановись. Так, отлично. Теперь главное, чтобы мне стрим за пропаганду суицидов не удалили, и все будет. Да, кажется, я картинку, когда искал для превьюшки первой серии, мне кажется, я понял, какую-то картинку нашел. Там реально такая мрачная, темная какая-то картинка, блядь. Чувак повешенный висит. Ну, да-да-да. Вот это была она как раз. Блядь. Вы, говорит, посмотрели ваше видео. Ну, ебать, удачи, хуй. А можно я тоже посмотрю, скажи? Значит, мне тоже интересно. А скинь что там, да? Ну, лучшие моменты. Так, да. Выбрать. Там был, пойдем со мной, расскажешь лучшие моменты. Так. А еще здесь прикол в том, что катсцены, которые не на движке игры, у меня-то, помнишь, я сделал, чтобы типа все с английской озвучкой и русскими субтитрами было, да? Вот. У меня почему-то катсцены, которые заранее записаны в видеороликах, воспроизводятся, они только на русском. Вообще никак их нельзя сделать на английском. А в самой игре то, что уже сделано на движке именно, вот, то есть идут катсцены, они как положено на английском с субтитрами. В общем, блядь, ладно, хуй с ним. Сейчас стрим начнешь, я тебе там расскажу про DLC, который в первой части там сюжетно важная информация, между прочим, есть. Да, как заебись, ты заспавнился, и здесь... И с тобой заспавнился лут. Так, начать эфир. Нас пока не слышно. Нас пока не это. Я просто посмотрю... Ага. В эфире. Я тебе подарок принес, вон. Сейчас, секунду. Ага. Ну, вроде все, да, вроде все норм. Так, ну меня слышно, да? Видимо, это вначале была какая-то фигня. Бля, мать, ты меня заебала. Можете тебе переебу? Можете переебу? Громкость. Можете переебу? Ты мне надоело. Заткнись. Нихуя себе, как я ногу его... О, поебал! Верну громкость на подобающий уровень, чтобы тоже хоть слышать что-нибудь. Вот так, ага. Например. Вот так. Нет, давай даже, наверное... А, это громкость музыки. Музыка нахуй идет. Вот, а как раз музыки толком слышно не было, и я поставил себе на полную громкость. Все равно толком ничего слышно не было. Мистика какая-то. Да это вообще пиздец. Все вот эти разные версии. Я не понимаю, как мы это делаем? А понимаешь, это было бы мы с Тором-то скачали, ты с одного места, я с другого. И что-то как-то сконнектились, хуй пойми как. И вот уже... Чё, если... Так, ну чё, понаехали? Понаехали, погнали. Здрасте всем. Всем здрасте. Всем здравствуйте. Hello. Dead Island вновь Серхио, вновь Александр. Да, это я. Вот тут скачу. А вот. Выяснилось, что у нас разные версии какие-то, как ни странно. Хочу меня... здесь этот. В общем, короче, как говорится, положняк такой. Угу. А можно было перенести персонажа из оригинального Dead Island в этот Dead Island? Но нельзя. Riptide. А можно, но не только лишь все могут это сделать. Я не смог, к сожалению, поэтому я начал, ну, получается, заново, хотя у меня... Уже как бы 17 уровень. Ну там какие-то задатки дают, что-то. Что-то прокачано, что-то то все 5-10. В общем, ну, жить можно, я считаю. Жить можно. О, даже 2 очка навыка есть, кстати, их можно втыкнуть куда-нибудь. Yeah. Вот, а сейчас я как раз за Сэма Би буду играть по-человечески, чтобы мастер по-тупому был, а не вот это вот. Хрень. Будешь играть по-тупому? Да. Мастером по-тупому. Так, прочность. О, прочность, поехали. А самый прикол, знаешь, что с этим с переносом персонажей? В этой игре есть новый персонаж, которого, ну, там, если ты как сцену смотрел, не проматывал, который чувак там с ними появился. Ничего не смотрел. А, ну, короче, там новый персонаж, если не суть, его в меню тоже можно выбрать. И прикол в том, что на нем тоже есть кнопка перенести персонажа из Dead Island. Я думаю, а как перенести, если, блядь, его не было в первой игре? А вот так, ёпта.
Это ипскупство. Блять, так потешно выглядит, когда ты на картах ходишь, это вообще пиздец. А я еще на картах, как я на картах оказался. Ну ладно. Да, что-то как не обращали на это внимание. Пойдемте, пойдем сразу, что покажу. Да, сейчас я вторую эту самую расскажу. Очко? Нет, очко я уже. Очко я уже потратил. Здесь да, много чего валяется. Это самое. Ютуб. Во-первых, это уважаемый Ютуб. Во, ящичек. Мы. Взлом замков уровень 1. Блять, так я же его открыл, он открытый лежит, блять. Нет, у меня закрытый. Ну, понятно. Видимо, ты его открыл до того, как я приконнектился. Но не важно. Мы, то есть я и Александр Кондрашов, мы не пропагандируем ни в коем случае никакие попытки сделать с собой что-то нехорошее, никакие попытки причинить себе вред, никакие попытки лишить себя того, чего лишать не нужно. Мы за мир и любовь во всем мире. Это поэтому чисто вот в игре побегать, что-то потворить. В реальной жизни просто нахуй. И будете трогать себя, то только ради того, чтобы доставить удовольствие. Ни зачем больше трогать себя не нужно. Уважаемый YouTube, это видео не пропагандирует ничего такого. И ни одно видео на моем канале не пропагандирует ничего такого. А теперь поясню. Соответственно, вчера я создал предварительное, ну, короче, запланированный стрим. Плашку вот я туда просто. Сегодня это самое, то все, 5-10. Сделал превьюшку, поставил, ну, скачал с интернета, Dead Island Riptide, вот просто большая надпись, все. А через какое-то время YouTube мне присылает письмо, типа, ваше видео нарушает правила сообщества вот в отношении вот этих всех вещей, о которых я только что сейчас говорил. Всяких цидов, да. Кое видео, я не очень понял, потому что это, напоминаю, был запланированный стрим. Просто запланированный стрим. То есть там даже ничего еще нет, да, там даже посмотреть ничего нельзя. Там, да, это просто запланированный стрим. А, соответственно, я так думаю, что это, скорее всего, из-за превьюшки, потому что логотип игры на пальме повешен человек. Видимо, YouTube посмотрел мое видео и посчитал, что я пропагандирую что-то нехорошее. Это не так. Вот. Какие дела? А давай я тебе быстренько расскажу. Сейчас мы начнем, сейчас все нормально, сейчас я быстро расскажу, потому что я ведь прошел уже DLC к первой части про полковника этого. А вот. Во-первых, короче, когда с нами связывался полковник. У меня просто еще не вышли эти видюшки, поэтому рассказываю. А полковник, когда с нами связывался, это связывался не полковник, это один из зэков из тюрьмы, какой-то там мега-психопат, он с нами связывался, из своих какие-то планы там строил. А, вот. Полковник, ну то, что он, конечно, он, конечно, дурачок. Вот, это полковник, но, ну как сказать, ну он там за жену переживал, за зараженную, пытался ее спасти. DLC, короче, прям, ну короче, барахло, прям полное барахло. Жижа прям. Прям жижа полная, да. Ну не то, что прям совсем говно, конечно, бывали и хуже, но типа вообще, то есть нет никакого смысла, на самом деле, кроме этих сюжетных каких-то этих. А еще такой момент, вот с нами была девчонка вот эта, которая из племени вот этого, которая с нами бегала там, да, которую мы из лаборатории этого спасли. Да, Ерема, точно, да. Вот, и Ерема, у нее, оказывается, собственно, из ее крови-то и сделали вот этот вот вирус, вычленили, скажем так. А, вот, и, соответственно, там было в конце, что он, типа, ради своих каких-то планов эту Ерему решил спасти, этот зэк, ну, потому что что-то он там какой-то мега-психопат. А вот, и там, собственно, концовка у нас-то была просто, ну, мы всех победили и улетели, типа, отсюда, да? А когда ты проходишь DLC, то там в конце получается такое, типа, улетает вертолет, и в нем сидит этот Ерема, и вертолет полетел в большой мир. Ты такой, уебать, ой, вирус сейчас вырвется, ой, сейчас пиздец. Но, как выяснилось, мы вон там, блядь, корабль валяется, вон он там. Никуда вы не... Ну, какой-то другой остров приплыли, короче говоря. А вот. Вот как-то так. Здесь вот есть уже какая-то пещера, в которую можно сходить. Вот. Здесь уже сделали с людьми что-то противоестественное, о чем мы... Ну, мы, наверное, туда сейчас не пойдем в пещеру, потому что там все по заданию уж ходим, хотя посмотрим. Во-первых, карты. Карты теперь на М. Экстремального туризма. Ну, у меня и была на М.
Ну да. Вот. А еще, кстати говоря, здесь появились такие жемчужные пески, две сестры, вот эти значки. Это местные достопримечательности, как я понял. А вот, то есть они... Какие две сестры? Ну, карту открой, значок такой руля, ну, типа штурвал. Да, голландский штурвал я вижу. Вот, да, это просто пески. Типа местная достопримечательность, видимо, чтобы легче было ориентироваться. Я сразу посмотрел, ну, поэтому, не в смысле в интернете, а вот в игре походил. Там, допустим, есть два водопада такие близко расположенные, это вот две сестры. То есть это, видимо, просто как ориентир на карте. Вот. А, ну, у меня просто не открыто еще, поэтому... Пойдем там, можно смотрим, можно двумя путями пройти. Я предлагаю по живописной дороге пойти. Потрясающе. Звучит как план. Да. Вот. Вот как-то. Сейчас втянемся потихонечку, сейчас все это. Здорово, пещера, бунгало, квартира, это дед-зона, у них есть лут и синие детали, которые нужны для прокачки команды. Да сейчас потихонечку. Команды боей. Когда оборона будет от зонги. Привет, угу. Олег. Здравствуй. Здравствуй. Я где? Зомбарь. И все, и он умер. Ну что такое-то? Ёпта, я даже достать свой этот... шашлык не успел, чтобы сделать шашлык из него. Ну ладно. Вот, вот две сестры, вот это вот, видишь, типа два водопада. Хотя по большому счету их три вообще-то. Ну, типа два двойных водопада, это вот две сестры называется. А вот. Два двойных это четыре. Ну короче, какая разница? Не важно. Это уже самые детали. Умные собрались. Например. Это детали, да. А вот. Вот здесь вот... Эта игра решила. Кстати, сейчас да. Секунду, буквально секунду. Олег, если ты здесь, если ты меня слышишь, скажи, пожалуйста, что у меня по звуку? Потому что я что-то настраивал, но то он орёт как нерезанный просто, то еле как слышно. Меня слышно, самое главное. Да, вот. Самое главное, да. Чтобы хоста было слышно. Надо было Джона брать тоже прикольный персонаж. Видишь ли, мы рассчитывали. Ну, Саня это перенес. Ну нет, я имею в виду, что баги это одно дело, как по уровню громкости мой голос и громкость игры, вот это я имел в виду. А про Джона, про прикольного перса, это мы переносили, ну точнее хотели перенести из прохождения Dead Island, но у меня ничего не вышло. Давай, чё, веди, Сусанин. Вот, мы я просто хотел, идём, да? Я просто вот решил, сюда я уже не лазал, типа, эта игра решила стать еще более больше похожей на Far Cry, и теперь здесь можно лазать по лианам. Ну да. А вот. И ладошка такая, господи, где я видел такую кровавую ладошку? В изгое, правильно? Уилсон, вот это вот. А, в этом-то, да, да-да-да, наверное. Так, пацаны, мне тут нужно... Ты чё, ты живой? Нет, не живой. Еще можно, конечно, вот здесь было пройти, но... Ладно, наверное, не будем мы прям совсем пылесосить прям каждый угол. Если захочешь попылесосить, скажи. А так, пока. Господи, о! Кто это сказал? Какая-то птичка. Вот там внизу я был. Ой, там внизу есть такое место, охуе. О, зомбарь. Да, теперь я понял, что значит баганный звук. Вот постой. Я стоял... Вот здесь, а зомбарь сидел, вот, ну, соответственно, где сидел. И он зарычал, и я подумал, что у меня сейчас сраку откусит. А он, бляха, хрен пойми, где стоит. А я что-то видел в стиме, да, как починить звук, прочее, но у меня вроде все нормально со звуком. Может, потому что я... Ай! Заебись, я перепрыгнул, короче. Прыгай сюда, ладно, я случайно перепрыгнул. Ладно, это не так сложно. Извините. А, короче говоря, поскольку я файлы перекидывал же, чтобы английская озвучка была, возможно, в английской озвучке со звуками все нормально, поэтому у меня... Блядь, так вот как туда попасть-то на крышу, отсюда, оказывается. Короче, там бунгало такое, в нем лут лежит, но я никак не могу понять, типа, как тут пролезть-то? Оказывается, видимо... Ой. Ни хрена, сейчас попадешь. Блядь. А ты воспроизводишь? Блядь! Ну, естественно, она воспроизводится сразу, падла ебаная. Вот незадача. Опять субтитров нету, ну и хорошо. А, да, кстати говоря, кто еще посмотрит потом у меня прохождение DLC, они сделали очень классно. Там появляются субтитры к аудиозаписям. Я Сереге скидывал скриншот этого. Там просто, когда эти стена текста на пол экрана вылазит, реально, вот не шучу нихуя, на пол экрана. Вот, и ты просто идешь, месишься с зомбями, не видишь просто пизды, потому что вот идет воспроизведение этой голосовухи, и половина экрана у тебя закрыта текстом. Блять, она никогда не замолчит, мне кажется. О, богу.
А у меня все еще пиздит. Я не очень. А, она там разговаривает со своим, типа, ты в порядке? На что ты так смотришь? А ей в ответ... А, так здесь тупик, нам в любом случае наверх, заебись. Отлично. А я хожу вокруг этой... Я вижу, что там вот дырка в этом потолке, вот через эти доски. Во-первых, ну никак не пролезть, не разбить доски, конечно же, нельзя. Конечно, вижу, конечно. Вижу дырка, конечно. Думаю, да как сюда за... Поедем, что ли? Нет, она не запрыгивает. Оказывается, со скалы сверху надо. Ай. Забрал? Так, надо срочно на ком-то шашлык из... О! Пока собираем, как обычно, все говно, какое есть по дороге. Да, поначалу. Обидно, конечно, что куча оружия не перешла, которая была в начале на этом, на корабле. У меня по прологу будет потом видюшка, как обычно, все будет. Да. О, давай, а я предоставляю тебе первому. Ага. Сейчас, секунду. Это так неожиданно и приятно. Давай. Ну что, с почином. Уи! Блять, мужчина, ты ногу потерял. Бля, слушай, красиво тут прям. Мне кажется, графон еще получше стал. А ну, смотри, смотри, я внизу твою тень вижу, вон там, вот прям совсем внизу. Я свою не вижу, я твою вижу. А, вот, а я тоже свои не вижу, вижу только твою. Че? Вот. Да, сказали по поводу графона, я тут и посмотрел на эти деревья. А чё? Ну вот на эти. Какие? Вот, ну, вот, блядь, да, ну вот, уж ты... Ну, да, да. Кстати, да, опять же, игра вышла... О! Игра вышла в 2011-м, оригинальная. А ремастер вышел, вот этот вот Definitive Edition, в который мы играем. Это 2016 года. И он бегает на движке первого Dying Light, если что. То есть уже вышел на тот момент первый Dying Light. Вот, и они на его движке сделали... Ну-ка, мужчина, идите отсюда. Ну, ап! Ух, хорошо полетел. И башку себе еще разбил. Красота. Так, слышу зомби. Замес! Да. Звук, конечно, говна поел очень сильно. Ну, к следующему стриму залезь в стиме. Там есть, там что-то пару файлов каких-то поменять. А что такое говно-то? Это палка, блядь, ковырялка. Бля, я настолько привык уже... прокачанному оружию, которое у нас было в конце оригинальной игры, то ли еще что. Короче, залезь перед следующим стримом. Блять, уже кого-то жрут, кого спасать надо. Ну вы серьезно, мы только пришли сюда. А еще, несмотря на то, что мой прокачанный персонаж, здесь какой-то пиздец происходит с этим, с выносливостью. Она у меня заканчивается просто моментом. Так, здесь чертеж, кстати, модификация гвоздь, если что. А тут всех жрут, ё-моё. Блядь. Ладно, я к тему побежал. Бляха. На, блядь. Да, и кстати, отъехал, заебись. Выносливость разлетается только так. И отъехал. Замечательно. Да ты заебала! Так, пойду. Да вы можете сами-то хоть что-нибудь, блядь. Бля, как-то какой-то круговой удар я себе вкачал, я уже забыл, как его делать. А, когда бежишь, надо R, что ли, нажать? Да, блядь, ну это уже вот. Раздави ему голову. За раздавленные бошки ачивка есть. Так, все или еще кто-то здесь? Все получается. Так, вот мужик, который... Dying Light вышел в январе 2015 года, и графон Dying Light в 100 раз приятнее. Ну, так, ну понятно, так это да, я про то и говорю, что именно интересно, что она бегает на движке Dying Light, а графон как бы в ней... Ну, ее же не стали заморачиваться, просто перенесли на этот движок, но графон так прям сильно не меняли. Да, графон не трогали. Ну, то есть я зашел, когда я... Ну, мне показалось, что как будто чуть-чуть поприятнее. Не, он поприятнее, чем в первой, да, но я к тому, что боеприпасы к чему-то я взял. Нихуя здесь лут какого-то нового. Так, я видел верстак, самое главное. Все остальное мне уже как-то похуй. А, подожди, нет, торговец. Сначала торговец.
чтобы знать, есть тут что у торговца, что... Помогите Тревору. О, Зоуи! Шутись. О, да, здесь когти появились, росомашьи, которых... Которых так не хватало. Да. Все, хочу, беру себе. Беру. Бля, мачете за 800. А, уже за 8000. Так, подожди, где ты говорил, там мод какой-то был, да? А, чуть назад вернуться, если да. Так, доску с гвоздями продать нахуй. В смысле, заметили, главным персонажем озвучивание голоса поменяли. Нет, не заметили. Пока не было возможности. В оригинале вроде те же самые. Ну, опять же, я не очень так это прям. Так, вот эту фомку, подожди, сколько? 328, 420. Так, это нахуй, значит, идет. Бейсбольная бита нахуй идет, нахуй идет, нахуй идет. Ну, фомку ладно, фомку я оставлю, просто потому что. Вот. Все, спасибочки. Да, монстры, монстры. Страшно, ужасно. Тик-ок-ти-ок-ти. Да, так. Ясно. Ясно, понятно. Шашлык так, починить. Что там еще у тебя? Ты дурачок, есть? Шашлык, говорю, починить. А самодельный нож, фомка. Вот, когти надо модернизировать, точно. А, это что, я не могу. А, окей. Ать. Бля, не хватило. Бля, не хватило. Ладно, окей. А травмирующие когти надеть вот сюда. Ну, где когти-то? Ух, ебать. Все. О, сучки, все, я росомаха, нахуй. Так. О, и самодельный тесак тоже надо его надеть. Все. Все, буду ходить теперь когтями всем раздавать. Так, где? Покажись. Вот здесь, вот, вот наверх, наверху, вот там. Нет. По лестнице. Там еще один верстак. В смысле, ты про... Я... Когти, когти. Ущик. Да не дергайся, ты не видишь, даже не пизды, ё-моё, просто... Просто я их не вижу, когда не нажимаю удар, если чё, поэтому я и дергался. Нормально, нормально, хорошо, уважаемый. Так, чё там какой-то мужик от меня, от нас, чё тебе надо? О, Jesus, I thought we were gone. Where the hell did you come from? Да так. We were on a ship, but that isn't important. That bridge is putting us all at risk. We need to do something about it. Да и в рот его компот, кто вас дал, на самом деле. Взял, не взял. Я за реперка. Maybe securing the other entrances will slow them down. But I need you to put them up. Can you lend a hand? А у нас есть выбор. Ух ты, гвоздомет дадут, нихуя себе награду. Вот это я понимаю, вот здесь уже пошло... Да, помогите Тревору, давай. Let's do давай. This. Зачистим лагерь. Grab the rolled fences and put them up in the designated spots. Так, надо хватать, короче говоря, рулоны с сеткой и натягивать их. И натягивать их. Ай, все так быстро? Заебись. Так, это ты туда берешь, окей. Это я беру на себя тогда. Я думал, держать надо будет. А, господи. Так, вот еще. В смысле? Окей. Бля, это было очень сложное задание. Я это... еле справился. Да, это потрясающе. Так, подготовка. А, надо еще защитить. Это еще только подготовка была. Сейчас погоди, сейчас еще. Сейчас полезут еще зомбари. Ну давай, 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 иди сюда. Да мы вот оба стоим здесь. Сделай шаг вперед, Серег, пожалуйста, а то он не видит, что мы оба здесь. Так, где зомбари? А, мы их сделали, чтобы они все с одной стороны типа шли, да? У тебя пистолет есть? Какой-то черт, пистолет есть, прикинь. Еще у нас пистолета нет. Так, а где все? Они за... А, я не могу через загран. Да, у меня каштет. Сила орды, ни хрена себе. О, за орду. Ну-ка, когти. Ну-ка, как когти. О, слушай, неплохо. Урона, конечно, нихуя не наносится, так ничего. Бля, какое же говно. Бля, кто бы мог подумать, когти полное говнище. Просто вообще абсолютное. А ты мог себе такое представить? Я даже предположить не мог. Ну, были подозрения. Не очень сильные, конечно.
О, блять! Нихуя себе она стреляет, сука. У меня бежит зомбарь, вдруг пуля такая прям у меня перед ебалом в него пролетает. Я можешь через сетку бить, не знаю? Давай, я тебе пистолет, стреляй по нему, короче. Он сейчас сетку сломает, дурак. Стреляй, блядь. О. А, так его и бить через сетку можно, нормально. А у меня приемлемо. А у меня не получалось. У меня слишком коротенький тесак. А, может... Долго тебя ждать тут. I was hoping it wouldn't come to that, but they would have overrun us. У тебя тоже эти звуки ужасные или нет? Не, у меня тишина. We need to blow it. Да, у меня как будто толпа зомби бежит. Короче, тебе надо, говорю, реально, перед следующей серией залезть в стиме. О! Ракетницу дали. Да, блядь, что происходит-то? Я что-то вообще понять не успеваю вообще. Так, пацаны, ну-ка, пацаны, дайте-ка я ракетницу попробую, мне как раз тут дали. Собачки. Я, блядь, ты отпрыгни ты, а, ну, от огня она так и не научилась отпрыгивать, понятно. Да пиздец, что с вами происходит-то? Ну, блядь, выносливость улетает. А, нужно мозг взорвать, ё-моё. Заебись, только вот они не дают немножечко этого сделать. Спасибо. Да ёб. На тебе, короче, заебала ты, мразь. Блять. Охуенно, начинается заставка, а меня зомбарь в это время лупит. Это нормально? Да-да-да, меня тоже плюха прилетела. I heard the explosion. You blew the damn bridge. Was that really? А вы-то как сюда попали? Well, thank God you survived. Это вопрос такой. Опа. Get up, you son of a bitch. Whoa, I owe you something too. Apparently you've all met. I know what it looks like, but I swear to God, I meant you no harm. That operation was out of my hands. It was Serpo. So who was he? Серпо, ты что творишь? У тебя тут жалуются. And they're the ones calling the shots. I'm sorry for what they did to you, but there's no way that he... What exactly are they doing here, Colonel? A rumor is they're trying to weaponize this plague for use as a bioweapon. Кто мог подумать? Это полковник, который тот полковник? Или это другой полковник? Нет, это на корабле, который нас подобрал. Главный был. А-а. Тот погиб, мы же его замочили в конце. Ну, мало ли. Go fuck yourself. Just listen to me. I can help you. There's a military outpost in Henderson, and I know the commanding officer. They have food, water, weapons, and a way off this bloody island. Last time we trusted the army, they threw us in a cage. Look, I understand how you feel, but we don't have much time here. This island... Ой, он только что одним глазом моргнул, только правым. Люкт! Ебать, наркоман какой-то порвался. Бля, как жарко-то дома, пиздец. Заебали топить. На улице плюс 15, они топят. They're dropping a bomb? Listen, I trust this asshole about as far as I can throw him. But if what he's saying is true, we should hear him out. We need to get off this goddamn island. Fuck me, man. So... Henderson, it is then. If that's the case, then we're all coming with you. All right then. Let's move. Вот этот новый чувак. Only five of us are immune, so some of us should stay and defend the camp while the rest scout for a way out. Это такая желтая футболка, как у этого. Let's get to it. Как это называется? All right, Colonel. Dying Light у них бегунов было. God help you, because we sure won't. Hi, come here. Hi, come here. Okay. Блять, что-то как-то какой-то тут. Движ какой-то безумный начался с самого начала. О! Ну-ка награду дай мне сюда, награду хочу. О! Пистолетик. Возьми мужика пистолетик. О, nice. Ну, гвоздометик, в смысле. You know, this, а что это? Так, алкашка. Четы. Нет, квест какой-то взял, сходите на пляж, сходите сюда, туда, почтовая открытка. Да какая, блядь, почтовая открытка. Спала, наверное. Оп. Ну, что ты здесь хочешь взять? Да там алкашка была наверху.
У меня энергетика. Тем, может, алкашка была. Так, о, это красный сюжетный квест, и будто еще один. О, сейчас, вот я еще один вижу. Ебать, тут музло у кого-то уже играет. Смотри, ребята быстро освоились. Ну а че? Че, Зоуи, да, у тебя? What can I do to help? If I can electrify the fences, those damn things will fly when they run into them. Нужно источник питания. А, ну понятно, лучше защиту райского. Ну ладно, пусть. Очередное, таскать провода и аккумуляторы. Да, кстати, эта игра-то потребовательнее. Тут прям опять эти вот чудовищные просадки до 90-80 FPS. Это... Ой, ужас. Ужас вообще. Это пока что... Так, так я еще один тоже квест взял. Отлично. А какой я взял? А, вот это... О! О! Слушай. Твоя песня играет, иди послушай. Бля, ща, ща проигрыш пойдет, дальше текст пойдет. А, ну да. Это прям реально твой персонаж исполняется. Да, 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 да. Да, это неплохо. Так, это торговец еще один. Ну, в принципе, что, куда мы пойдем? Надо, наверное, действовать как в прошлый раз, посмотреть по карте, что поближе туда идти. Ой, так, что тут у нас? А, вот, кстати, помнишь, пещеру ты играл, не пойдем пока, да? Угу. Вот есть на ней квест есть, так что хорошо, что мы сразу туда не пошли. Поспрашивайте людей о лодке. Вот самый ближайший это он, в принципе. Ну и пойдем. Бля, слушай, остров-то такой не прям уж маленький. Так, ну пойдем, я просто метку там поставлю. Ни хрена себе. Так. Да. Это где-то там. Ну пошли. А, стоп, тут что-то наверх можно было залезть. Сейчас, секундочку. Не могу себе отказать в том, чтобы залезть наверх. Оу, чемоданы. Понятно. Боеприпасы для сигнального пистолета. Да, детка, сколько? 12 штук, заебись. Вот это я понимаю. А сигналка неплохая такая, кстати. Вот, дневник чей-то. Да серьезно, блядь. Я тетрадку подобрал, какого хера ты пиздеть начал мне в ухо? Пиздец. Так уж в избежание никакие тетрадки, никакие эти не поднимаем. Поэтому ладно, прочитай. Потом как-нибудь там будет зомби-карлик, а у него будет оранжевая плюшка для гольфа. Блять, почему я застрял? Возможно, ты тоже карлик. Не знаю, просто первое, что в голову пришло. Нет, просто это потрясающе. Вот я типа, я так понимаю, головой зацепился за центр. Судя по всему, да. Лучшая механика в игре. Подожди, а задание-то как выбрать? Можно? Поспрашивайте про лодки, направляйтесь на пляж, аккумуляторы, поспрашивайте. Во, можно выбрать? О! Заебись, а маршрут все равно не показывается, да? В принципе, нахуй нужно, я согласен. Вот с выносливостью меня вообще не радует эта хуйня. Да, два раза что-то махнул. Что-то бред какой-то вообще. Какой смысл вообще был персонажа перед... А, то же самое, ладно. Блядский рот. Отсюда, если будешь прыгать, не прыгай. Понял. А, вот, все, понял, наконец-то, окей. Оп. О, скриншотик. Там лестница рядом с тобой есть. Бля, да ёбаный в рот, и я тоже упал. Вот, иди ко мне, короче. А, ну ладно, ты уже вышел вроде. Эх, собака. А, во, нифига себе, появилось. Да. Следуйте Халай. Подожди, а Халай это что вообще? Это где? Ну, лодка, короче, там. Я выбрал то, где... Поспрашивайте про лодку, которая ближайшая. Исследуем. Как-нибудь потом исследуем. Так, вот стоит какой-то чувак. Нет, да ёб твою мать, это что? Блядь. Да, блядь, F. Мне нужна ачивка.
Ложись, мне нужна ачивка. Вот серьезно, если бы... Как сказать, если эти... Так, путеводитель по острову, ты же не будешь его зачитывать, правда? Спасибо. А, этот, как его... Наверное, пока что пешочком пройдемся, да? Не будем сразу на машину садиться. Да, да. Это, блядь, что я хотел сказать-то? А, что, короче говоря, если бы... Ебать. Ну-ка, иди сюда, иди сюда. Ага. Понятно, зря я это сделал. Потому что он так забавно подошел, в бочку так ткнулся, типа, ебать, бочка, что мне делать, типа, как ее обойти? А если бы я делал, наверное, сам эту игру, и надо было бы придумать ачивку за этот, за... В смысле, не туда, а куда? Подожди, мне куда вообще метка-то показывает? Чё, блядь? А теперь задание поспрашивать, а хупами где? А, типа, подспрашивайте, а... Понятно. А это что у нас? Найдите автомобильные аккумуляторы. 5 автомобильных аккумуляторов. Ну, пойдем туда. Короче, растоптать бошки зомбям я бы назвал подкаблучник. Это что-нибудь такое. Вот. А, чё, приемлемо. Шутка безумно затянулась, но ладно. Так что, извините, какое-то время буду вот это вот... Видеть будете в моем спал. О, а это что такое? Ебать. Сколько всего тут прям интересно. О, пацанов электричеством херачит. Ну, сейчас. Ну-ка, пацаны, дайте-ка я вам подбавлю еще огоньку. Опа! Бля, почему она каждый раз, когда ты берешь новое оружие, она, ну, сначала открываешь селектор, она еще один удар делает по воздуху этой. Да что за пиздец-то? Почему у меня выносливость просто заканчивается нахуй после двух ударов? К счастью, я нашел ящики, через которые они не могут пробраться. Ой, здоровый? Здоровый? Я слышу, здорово. Да-да-да. Так, женщина, отойдите. Здесь он не бродяга, ой, не громила, а бандит. Бандос. Мама, ама крин. Дай сюда. На тебе. Ебать. А когти можно кинуть, интересно? Когти, знаешь, когти нельзя кинуть. Логично. Оп. Отдай. Прямо такое впечатление, что когти должны были быть на двух руках. Потому что она машет двумя руками, когда дерешься когтями, но что-то... Но когти на одной руке. Yeah. Справа Dead Zone вверху. Что такое Dead Zone? Начнем сначала. Безопасная зона, может, как в Dying Light, опять же. Нет, Dead Zone. Скорее, какая? Мертвая зона. А, мертвая? Ну, хуй знает. Ну, мертвая, потому что, типа... Я не знаю. Сейчас, секундочку. Справа от тебя там способ. Я играю в эту игру ровно столько же, сколько и ты, так что... О, иди сюда, здесь чертеж есть. Да я в бочках застрял тоже, в ящиках. Батарея. А. Членовредительство. Бензин заражающий. О, ну что за дверь? Здорово, мужик. О, Christ, thank you. I thought I was never gonna get out of here. Ну. Here, you take this. You probably need it more than I do. Так, что там? Again, thank you. Да ладно, все нормально, что ты? Ну и что ты мне дал? А, три, почти 4000 баксов, ну да, бля, спасибо, нихуя. Где, где, где? Вот мужик, вот мужик идет. Вот, ой! Вот, вот мужик здесь идет, он рядом со мной. Блять, я думал, он умер, он так резко сел на пол, я думал, он упал и умер. К счастью, нет. Блять, а мне не дал ничего. Вот, вот ты мудила, ну ты, конечно, это. Не, ну это я считаю, это прям... Фу таким быть. Так, дай пистолет буду. О, а у меня ракетница теперь полностью вкачанная. Вот это, ну и гвоздомет давай будем вкачивать, чего нет. Еще патрончиков к нему, а потом на гвоздей нихуяшечки нет. А когти я не докачал, да, молодец. Качал всякую хуйню, а когти не вкачал. Ну и действительно, нахуй не нужно. Пиздец. Так, в электричество не заходим. Что тут есть, что-нибудь еще? Так, что-нибудь создать, ясно. Да, блядь, дальше. Да, управление, конечно, стало чуть поотзывчивее, но в целом все еще такая же
Залупа. Бунгало Джеймса Нисира — это отдельная локация, серьезно? Да, там Олег писал, что там босс, я так понял. Ну, давай пойдем наваляем. Прям дает автоматом, как в первой части. А, ну тогда ладно. Ну пойдем наваляем боссу, хули нет. Погнали, конечно. Просто сейчас он будет попущен. Просто там бунгало по размеру, мне кажется, 1.5 на 2 метра. Какой босс. Опа. Это же не босс? Бля. Не в того потратил патрон. Я положу в тебя патрон. Мне выстоять поможет он. Ты босс? Нате. Оп. Да, сука, просто подошел не вовремя. Мужик. Минус руки. Все, сразу все. Я отъехал, заебись. Охуительно. Живи как можешь. Спасибо. Я за тебя отомстил. О, спасибо. А, о, вот чё? Она, это мертвая зона, dead зона, а вот босс. Убейте босса, а где он? Видимо, это был он. Нет. Наверное, не. А может, он? А, это типа задание выполненное, что ли? Типа. Бля, это пиздец, они просто как-то с двух ударов все выносят нахуй. Реально, два удара, у меня здоровья просто нет. Блять, вот толпа же зомби, почему я не выстрелил по ним из ракетницы, а? Вы кто мне скажет? Я вспомнил про ракетницу, когда один здоровый остался, вот серьезно. Ну как вы знаете, иди сюда. Шо, не поп. О, хорошо. Да не дергай ты своей бестолковкой. Блять, не попал, ну что ты? Ярость, сукова. О, кстати, на, да. Нахуй, спасибо. Опа. Я тоже ярость включил, хорошо ты вспомнил про нее. Да, сейчас какой-то лут падает. Фиолетовый череп на карте — это знак босса. Окей. Ясно, понятно. Так, открыть. Вот я открыл. У тебя он есть? Либо резко. Я думаю, сейчас опять же можно брать все подряд. Бля, у меня уже места нет. А, нет, есть. Кто я, о, пропановый резак. Чё? О, 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 наша любимая, моя любимая. Да, давай. Да. Цианоакриловый, да, акриловый клей. Вот. Просто буквально на работе я им работаю. Ну-ка, реализм. Если, слушай, если они падают совсем на землю, то и, пожалуйста, их пока что нету, ладно? Я, мне надо, мне же ачивка нужна. А, сука. Да куда ты меня бьешь-то? Ну что ты за человек такой? Ебать, как его расколбасило. А этот сидит, жрет, как будто так и нормально. Бля, у меня анимация только что сломалась. Так. Ну, нормально так, залетели, зачистили тут все. Так-то да. А, теперь можно еще и направо сходить. Да? Да? Сейчас, подожди, давай ему сначала уровень. О, мой черед. Давай, я сейчас уровень пока вкачаю, а то мне. Нет. Команда? Нет. Что за команда? Сука. Чаманда какая-то, блядь. Господи. Молодости нашей. Сейчас, погоди. Да. Бляха, давай. Меня убили. А как? Кто это? Даже рядом никого не было. Пацаны, держите. Перезаряжай ты быстрее, господи. Блядь, длинная палка не очень-то какая-то и длинная, если честно. Блядь! Пошел нахуй! Все, это умер? Угу. Отлично. Попалите, сука. Ну, вот, походу, команда теперь... Команда будет там задание по улучшению ваших людей. Ножом ваншотнули. Ну, ваншотнули, да, я слышал, что как будто в меня что-то воткнулось. То, что я бы не хотел, чтобы меня втыкалось. Так, а это что? Это ничего. Ну, по идее, все. Бляха, я столько коктейлей Молотова подобрал и вспомнил о них, только когда... Кстати, тоже, все, та же хуйня, мы же их подбирали сейчас, да. О, зомби заспавнились новые. Здорово.
блядь, это выглядит со стороны, как будто он шел, но меня шел, просто упал и умер. Бывает. Подумал такой, типа, нахуй все это надо. А, кстати, бензин для зажигалки, точно, у нас же здесь, по идее, надо поискать бензин. По-моему, да, или что? Или подожди. Что тут за задание? Карта. А, так мы еще не... А, так мы еще не дошли до этого места. Это и вообще аккумуляторы надо искать, и не знаю. А, все, это мы просто шли-шли, я обнаружил место. Значит, бензин для зажигалки это просто, видимо, какая-то штука, которую, не знаю, продать можно. Или скрафтить из нее что-то. Так, окей. Так, а зачем сюда дверь ведет? Куда? Так там мужик сидел. От этих спасался. А, он здесь прям сидел. Да. Я его открыл, и мужик вышел. Я понял. И я вас понял. На-н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 а. Блядь, не то. Оп! Ох, прям как щель между досками втоптало. Ух, хорошо сейчас было. Ой, ой-ой-ой. Жуть какая. Лежать. Бежать, Мурзик. Да, блядь, добей ты его, ёб твою мать. Пиздец, это там такой пиксель-хантинг начинается, чтобы попасть по голове вот этим ударом. Ебать, какое дерево. Просто полторы текстуры на дерево. Пиздец. О, я какой-то... А я лут нашел. Да, реально, какие-то звери так орут, какие-то... То ли обезьяны, то ли еще кто-то такой... Что-то вот такое. Кстати, в оригинальном Dead Island мы так и не нашли обезьяну зараженную, которую мы думали, что она будет. Ее вырезали из игры, должна была быть горилла. Какой-нибудь Кинг-Конг или что-нибудь. Я говорю, горилла должна была быть в игре, но ее вырезали нахуй. О, у меня уровень, кстати, есть. Что это я? Так, эксперт дробящего, давай. Бля, да что ж такое? Извиняюсь. Так, хорош. А, еще один уровень. Я как? Ничего не понял. А, здесь тупик. А, окей. Нет, не тупик. По карте здесь дорога есть. А еще, судя по всему, здесь стоит динамик, и из динамика как раз вот орёт какая-то обезьяна, потому что звук вот реально такой. What's in here? Так, нам вот сюда, по идее, здесь дерево просто прямо на дорогу упало. Говорят, как будто где-то вот здесь стоит динамик, где-то вот на ветках. Потому что реально зона такая, пятачок, и в нем кто-то орёт, а дальше никого не. Скрипты такие, скрипты. В оригинальном Dead Island был Джейсон в джунглях. Джейсон, если Вурхис или Джейсон Мамоа? Как он Джейсон? Я только Джорджа из джунглей знаю. Джейсона не знаю. О, о, о! Оп, упал! Отжался. Ну, боже. Как я это сделал? Чё, чё, знаешь, я сейчас выглядел, что просто подошел, какое-то рычание раздается, ты пару раз пнул ногой, и какая-то кровь из травы потекла. Чего? Там сундук, кстати, он есть. Это типа я ему тоже голову раздаю. Ой, извините. Не, просто... Я ты тому же самому, которому я уже раздавил, ты раздавил второй. Да. Так, сейчас, подожди секунду, буквально я... Да. Какое-нибудь подобие порядка наведу в рюкзаке. Я подобрал столько всего. Это надо потом интересно. Этот идти будет продавать там все. Требуется уровень 43. Вы что, ебанулись что ли? У меня 20, блядь. Я не уверен, что я до конца игры 43-м стану. Вы чё, ну это, видимо, потому что ты со мной играешь, потому что у меня 42-й, я-то перенес. Видимо, эти приколы будут у нас теперь довольно часто. Да. Это из сундука, который подобрал? Не, я там какую-то крепкую палицу подобрал. Бля, охуительно. Синюю. Тоже. Да. Ну, нет, не сундука, а откуда. Я понял, там? Я говорю, охуительно, просто потому что вот такой. Вот, ну да. Так, а чё команда, что-то тут делать надо или что? Да нет, что-то вроде, я не знаю. Вроде он говорил, что потом, я так понял, что-то будет. Ех, бляха, нихрена себе. Так, нет, ну, туда мы пока не пойдем. Так, то, что столько дорог. Так, да, что-то выкинуть. Нужно мне что-то выкинуть. А как все долго эту ракетницу достаешь, пиздец, ты. О! Пацаны, держите. Заебись! И куда ты выстрелила?
А, кстати. Кстати, между прочим, надо бы, наверное, поставить коктейль Молотова. Я ничего не понял. Я их осмотреть можно коктейль Молотова? Нихуя себе. А, я их подбирал такую же кучу, как ты, и у меня он один, если что. Лол. Выпил, получается? Ну, только если, да, видимо. Блять, кто? Откуда ты взялся? Тебя только что не было. Бля, пиздец, у меня с волос сейчас капает. Что-то так жарко-то дома стало. Вообще пиздец. Пролетела стая птиц и закапала с ресниц. Ебать. Ну-ка, подождите-ка, пацаны, держите. В этой игре можно стать и 50-м уровнем. Так я ж не спорю, просто... Ну, для этого нужно пылесосить вообще все на свете. Дрочить всех зомбей. Меня зажали, я трахал. Дрочить всех зомби, чтобы просто всех убивать, вот это ходить. Они зареспились, ты пошел еще раз убил. Можно хоть 150-м стать. Но только вопрос, кто этим, да, блядь, будет заниматься мероприятием. Ладно. Я застилил у тебя, да, прости. Не, она просто не захотела, я стою, нажимаю F, она топчется вокруг него, такой, а что делать, я не знаю, а что делать. О, бежит. Ну, а че, сука? Бля, ебать, я сейчас промазал эпично просто. Я попытался на упреждение сработать. А он остановился как раз в этот момент. На упреждение сработало на тебя. Да. Против меня. Он раскусил просто мой план. Ты куда? Ну-ка, стой. Да ёб твою мать, сука, я сижу, потом обливаю. Подождите курочку. Я охуел, что ли, блядь? Думал, тебя убили уже. Ты падать-то будешь сегодня, нет? Подожди буквально секунду сейчас. Чё ты? Трусы снимешь? О. Пусть это останется тайной. Много подойдет за все совершенно, даже если не будешь даже все задрачивать, все равно все вообще. Ну, да может быть. Нет, я ж не то чтобы против. Ради бога, чё? Дают опыт, дают качаться, пожалуйста. А. Я просто окно пошире открыл, а то прям, ну невозможно, пиздец, я подыхаю, сижу с меня, просто пот течет. Так, сейчас, секундочку, это у нас вторая серия, сколько тут? Примерно час вырезать камеру. А то я тут в одних трусах сижу и как-то мимо камеры вот это все. Не надо вам, короче, этого видеть сегодня. Злобный ключ. Ты подобрал злобный? А, ну, судя по, что сундук открыл, ты подобрал, да. Да, наверное. О, кстати, злобный ключ. Хуета. Хуета. Ебать, тут всех вообще. Я, кстати, всего. Пока ты отходил, я предположил, что ты как раз-таки встал трусики-то снять. Нет, я просто... Я вытер кресло, во-первых, и окно открыл пошире. Бля, все, у меня забитый инвентарь. У меня реально кресло мокрое просто, я сижу и... Ну а что делать, блядь? Ну вот так. Ну если, блядь, я не догадываюсь, долбоебы уже, сука, чуть ли не две недели уже, то 15, то 10 градусов, они, сука, топят до сих пор, ты представляешь? Так у тебя нельзя батарею перекрыть? Да я как-то что-то не люблю этим заниматься, потому что у нас было дело, перекрывали там. Но дом у нас довольно старенький уже такой. И там где-то что-то меняли, какие-то трубы поменены, какие-то не поменены, и потом кто-нибудь что-нибудь перекроет, потом что-нибудь запустят, и пиздец. Что это, блядь, такой-то? Ягуар, что ли, какой-то? Секундочку, надо выкинуть какое-нибудь говно. Есть у меня что-нибудь ненужное? Да вроде нет. Да, вот этот брошу. Откуда звук-то этот чудовищный происходит, я понять не могу. Ну, в этот раз я его тоже слышу. О, сейчас, подожди, сейчас я тоже хочу... Сейчас все будет, да? О, пацаны! Там еще и бочки есть. Лови! А я вот... стоим, пердим. О, там взрывной еще. Взорвалось. Там взрыв... Ебать, сейчас бочки, может быть, рванут, отойди. Там бочки. Нет, не рванут. Так. Живые? Ну на, еще раз, что. Без проблем, пацаны. Без проблем. Че? Все, больше так не будет. О, блин, от штанги. Я два блина от штанги подобрал. О, все-таки бочки взорвались. Еба, красиво. Сейчас я просто жду, пока потухнет, а то тут.
Так, и осторожно, справа электричество херач. Подожди, а оно... Нет, не по всему поводу. Бля, ну огонь да гори, а то справа электричество херач, а слева огонь горит. Думаю, заебись вообще. Ну и чё? А, сундук. Хлипкая хлеборезка. Ну ладно. Да, ёпт твою. Какая, простите? Хлипкая. Ах. Я букву Х не услышал. Повреждённая хлеборезка. А это чё? Липкая хлеборезка, думаю, это как вообще? 631. Да, еще какой-нибудь ножик выкину. Не, подожди, какой-нибудь. О, кухонный нож, иди в жопу. Почему вот эту штуку? Бля, опять с этими стесаками бегать, с обычными и прочее. Это, конечно, печаль. О, можно залезть наверх. Что, здесь много довольно места, как идем мимо, уже в одно зашли, во второе, в пятое. У меня еще и рюкзак не прокачанный, то есть я сейчас просто все там оставил, потому что у меня нет мест уже. А у меня все, у меня это место тоже закончилось от пушки. Ну и ладно. Да, чё я, блядь, не жру-то ничего, у меня здоровья нихуя нет. Ну-ка, блядь. Бля, у меня такая... Моя эта героиня... Она только красные яблочки ест, зеленые не ест. Молодец. Потому что сейчас где-нибудь в джунглях тут продрищешься зеленых яблочек. И что делать, блядь? А где-нибудь в кустах дамбарь за жопу кусь. Кто? А, лежи, 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 лежи. Лежи, не вставай. Лежи, не вставай. А ты что? А ты что, блядь, тебе особое приглашение надо? Без проблем. Так. Тоже решил потоптать. Теряй голову 30 из 50, серьезно. Да, 50. Когда я 30 успел задавить? Потому что она общая. А посмотри, сейчас сколько у меня сделано. Right, а, вот один аккумулятор мы нашли, окей. Это второй уже. А, второй, заебись. Тяжелый латунный кастет, кстати говоря. Посмотри, может я какое-нибудь говно выкину. Ой-ой-ой, бегу. Просто как царь Леонид всех разносил. Да ты охуела, что ли, мразь? Ну, у меня сейчас 40 на данный момент. Здесь 50, а у меня и 100 написано. Тебе только 50 для ачивки, что ли, выбить надо? Не знаю, у меня 30 из 50. А это которая внутриигровая ачивка или стимовская у тебя выскочила? Нет, ну, я думаю, что это не внутриигровая, скорее всего, это стимовская. Не, ну большая зеленая плашка, если выскакивает, это, ну, как помнишь, в первой части испытания тоже были. Нет, это не такая, а, которая в правом углу. А, странно, тогда вообще не понял. Я нихуя уже просто. Просто чтобы вы понимали, у нас одинаковый Definitive Edition. И у меня в меню есть перенести персонажа из Dead Island, у него нет. Просто даже нет надписи такой, я ему скриншот скидываю, он говорит, не, у меня нет такой надписи. Да, но я когда запускал, там не было перенести персонажа. Ну вот такие дела. Так, я тут что-то не долутал. А, вот еще раз говорю, тут кастет какой-то пиздатый есть, иди вот сюда. Ну как пиздатый, 308? Я тут опять воевать пошел. Да ты заебал. Никак... Не уняться все. Никогда... Ну они тут вдвоем остались, ну как их оставить-то? Нет. Потом, может, мы сразу в ту сторону идем, чё? А кто знал, что мы в ту сторону идем? Мы все, так мы все время шли туда. Молодец, а я не знал. Так, найди сюжетный предмет аккумулятор. А, это прям сюжетный. Нихуя себе. Лимонный сок. О, я мобилу нашел. Все, замечательно. Живем. Звони шлюхам. Да я какую-то тут раздавил уже, может, это она и была. Блять. Ну и звони ей тогда. Так, что там говоришь, кастет? Да, вот в открытом этом. Не знаю, насколько он хороший тебе. Подойдет тебе, не подойдет. Блять, я заблудился. Боже, где я? Окей. Ага, I have all I need. Так, все, задание мы выполнили. Нет, 196, не. Уже мало урона. Бля, заебищите вообще. Так, что у нас по карте? Кстати, здесь уже следующее, ну, это вот поспрашивать людей о лодке. Ну, я предлагаю, знаешь, что сделать? Пойти сдать вот этот квест с аккумуляторами. А что это за белые? А потом вернуться на пляж, и там вот этот вот, где, помнишь, в пещере такой проход был.
Потом просто назад, чтобы совсем уж потом уйдем в самую жопу, чтобы не возвращаться туда. Вот. Да, по-моему... Ну да, да, хорошо. Давай. Друзья, так а тут быстрого перемещения нету? Тут поблизости нет, но можно на машине тачке. Доехать. Можно на тачке доехать. На тачке. Нихуя себе, это паркур. А то. Так. Без проводов вы его не сдадите. Каких проводов? Нажмите left stick, что? Ой, в смысле, карта, подожди, рюкзак. Да какой рюкзак, задание? А лодки, на пляж. Найдите два электрокабеля еще. А-а-а, понятно. Бля, спасибо, что ты сказал. Да, это хорошо. Бля, они вот вообще... Ну, пойдем электрокабели найдем. Окей, сейчас, поехали на машине туда. Нет. Сейчас найдем электрокабель. А где дорога-то здесь? Бля, вот здесь или не здесь? Ладно, мужик, так и быть, я тебя собью, как скажешь. Блять, я не попал, ну что такое-то? Ну? Мне игра подсказала про left stick, то я начал говорить, что типа нажмите left stick, чтобы пересесть, а джойстик у меня не подключен, если что, держу в курсе. Бля, да где там поворот-то был? Говорит, что мы проехали уже, где он здесь? Блять, пацан... может задавится кто-нибудь уже, хоть и не знаю, чисто. А, это вот такая дорога, типа здесь, да? А, заебись, она еще и на машине там не проехала. Бля, я сейчас чисто силой мысли. Хуеть, я еще и, блять, не могу выйти. А, спасибо, что ты подсказала мне управление, игра, да, так вовремя, я уже тут езжу вообще, вот ты мне решил управление подсказать. Да. Плюс 3000 опыта. За что? Сбиваемые столбики. Ну, да. Это были они. Это как... Ебать, ты видишь это, да? Вот эту вот текстуру. Оу, май. Ты это видишь, да? Да. О, у меня проявилось. Э! Dead Zone. О, Dead Zone. Попиздимся с боссом. Пойдем, я готов. А, нет, подожди, я не готов. Мне нужен верстачок. А туда хуй знает, как зайти, наверное, с той стороны где-то надо, здесь нет входа. Наверное. Пойдем пока тогда дальше. Оп! Ну-ка. Ой, хорошо. Есть что? Жадина говядина. 35 из 50. О! Да я пробую. 9000. Блять, у меня закончилась выносливость, извините. А, это, блять, это, я тебя с зомбем перепутал, извините. Это чисто в запале боя, и это не специально. Ну, friendly fire небольшой, да. Все нормально. Никаких этих стереотипов там, никакого расизма, все только... Хотя я сам за азиатку играю, какой расизм, о чем вообще? Бля, пацаны, стой. Это что сейчас было? Отойди. Охуительно, блядь, я им костерок развел. Вот это заебись просто. Пиздец, блядь. Сидит толпа этих, я стреляю и попадаю четко прям между ними. Сал. Я отъехал. Здоровый. А, ну у меня, сорян, нет аптечек. Да, я... Боюсь, что еще одна тычка, и я отъеду тоже. А больше, а самое интересное, что здоровый выглядит, как обычный зомбарь, он не выглядит, как здоровый. Блин, на. Да, что ты взяла в руки-то, ну, у тебя же мачете было. Ёб твою мать, на. Блять. Все, все, я отъехал. Это заебал. Ты сдохнешь когда-нибудь или нет, а? Беспринципная мудил. Я в тебя все оружие опять воткнул. Фаталити, сука, наконец-то. 1200 из-за него прокуканил, мразь. Да. Ладно. А, вот моя, кстати, фумочка.
Фомочка, мозголомочка. Так, а нам куда из этого? А нам прямо вот куда я смотрю. Окей. А вот так, еще буквально секунду. А. Мне нужно какую-то оружку поставить. Я что-то не понял. Подожди, еще раз у меня было. Так, стоять, я ничего не понял. Умение. Ну, атаку на бегу, а как ее посмотреть? К. А, К все-таки. А что ты мне показываешь? У, блядь! Ты, конечно, место нашел потрясающее, просто в толпе стоит, ковыряется что-то в менюшке. Ну, я знаю, я хорош. Мать, ты меня заебала. Да подожди, дай я тебе хочу себя втащить. Как ей втащить-то, блядь? У меня ж получалось. О! Бастард! По идее, не сшибанию сну. Универсальный топор. Ну, мне некуда его брать. Ну-ка, секундочку. Ну-ка, еще раз пробуем. Так-так-так-так-так-так. Опа! Ничего. Блять, два удара жизни нет, охуеть просто. Вот, ну, что да, это? Да, ничего здесь прям. Охуели, что ли, получается, так? Так-то охуели, да. Бля, какая бочка большая, не взорвется же. Вот что обидно. Так, ну, я считаю, что это такое же, как вот мы этих. Я считаю. Легитимно, согласен. Да. Ой, там верстак. Мне он очень нужен. Да мне тоже не помешал. Ты охренел, что ли? Ну я же тебя бью, обезьяна. Какого хрена ты мне хпшку-то всю снял? Говно вялое. Короче, у меня здоровье почти кончилось, точнее, выносливость почти кончилась, я его до сих пор не убил, так что умри уже. Окстись. Ой, не надо, не блюй. Так, и чё, и как? А, по ящикам? Нихуя себе прыжок сверху, у меня есть атака появилась внезапная. Вот это да. Да, у меня она тоже есть. Давайте открою сейчас вот так вот дверь просто. Ащик, 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 ах! Давай, ты справишься. О, да, так, здесь сейчас. Здесь хотя бы анимация есть. Ебать! Ебать! Господи, что... Я тебя перепугал меня, ебать. Да я сам перепугался, я выбегаю как этот, блядь, как черт. И вдруг хуяк. Вы слушали маяк, любезный. Чего? Чё за маяк? Ну, хуяк, вы слушали маяк. А. Ну, типа в рифму. Да это... я понял, все, я понял. Я просто не реагирую, потому что мне не... Я думал, это отсылка к чему-то. А это просто в рифму. Так. Отремонтир. Я подобрал запись, зачем? Бля, слава богу, я её не нашёл. Где когти? Чинить когти. Модификация гвоздь. Wow. Блять, вот хуй знает, что из этого нормальное самое. 450. А ну когти, да, это понятно. 402. О! А, ну да. 630. О, надежную хлеборезку давай вкачаем сейчас, да. А 670. А, ну она на 46 уровень, понятно. Так. Создать ничего не могу, да? Гвоздь могу сделать. Не хочу. А, так, смотрим. Это не надо. Вот, когти докачать. Во. А, нахуя, я не знаю, но пускай будет. Гвоздомет. Да нахер надо, в принципе. 630. Наверное, хлеборезочку надо дать теперь. Во. И тихуанская. Ну, пусть будет тихуанская мачете. Так, смотрим. Значит. Я создал модификацию гвоздь, применив ее на ключ.
что, блять, кого? А что поменялось с этим ключом? Просто нихуя не изменилось. Так, вот, надеть, допустим, сюда. Далее. О, вот это вот тихуанская мачете надеть вот сюда. Во! Так, и теперь взять когти, наконец-то. Будем рвать когти, так сказать. А теперь бы еще торговца. Так, а мы здесь, между прочим, по заданию, если что. Или все уже, или мы уже все нашли. Ну, два кабеля, по-моему, мы нашли, да. Когда успели. Ну, один я нашел, один ты. О, бунгало деревни, вот. Там, наверное, в бунгало очередная какая-нибудь зона, что-нибудь еще. Ну-ка, пошли. Да-да-да, сейчас, секундочку, буквально, сейчас. Бля, тут вода. Тут глубокая вода, надо быть предельно осторожным просто. А что так все затоплено-то? А, во. Бунгало деревни. Ну, пошли. Это не его мы обходили с той стороны, так, зомби, а? Yes! Наверное, его. Ну, неплохо. Токсичный ходок. О, здрасте, вы прибежал. Нихуя себе, это что такое? Живи как можешь, я сейчас возродюсь. Ага. Так, ну-ка иди сюда, блядь, я не договорила. Ебать. А можешь чтобы выносливость прокачивалась? Он был прям заебись, если бы она прокачивалась. О, здорово. Да мать, уйди. Пиздец, один удар все здоровье снесла. Ну ёб твою мать. Я только подлечился. Один удар, она у меня все здоровье отняла. Ну это пиздец какой-то. Блять, я хуею с этой системой. Чё с игрой-то, блять? Первая же нормальная была. Хуй знает, этот мне нихуя не нравится уже. Нормально это громко, конечно, сказано. Не, ну по сравнению там не было такой хуйни, что... Там... Ебать, все, я понял, ухожу. Так, иди, подожди, не до тебя сейчас. О? Ебать. Ну прицелься, ёб твою мать. Господи. На втором этаже бандит стоит, и он такой мельницей меня ушатал. Это прям красиво, можно сказать. Так, ну-ка иди, кто там моего друга, блядь, обижает? Да ты куда? Блядь, F. Бля, там лут. Я не могу бросить лут. Так, все, у меня 50... Так, давай еще разок поговорим. Ну-ка повтори, что ты... Ну-ка повтори все, что ты сказал ему. Скажи теперь мне. Ну-ка отойди. Отойди на секундочку. На. Блять, я же был там, почему я не успел отскочить-то? Я же нажал все. Ну на, тебе еще. Без проблем, в принципе. О! Ты куда? Where are you disappear? Это трап! Блять! Это очень зря, блядь, я отъехал. А я все оружие выкинул в этого здорового, да? Ну, замечательно. Блядский рот! Ладно, я выжил. Меня просто как говно выкинули нахер из дома. Блядь, это ракетница, это какой-то пиздец, она полчаса ее пока достанет, пока значит это, пока то. Да пройди ты, господи. Ну да. Тяжелый ключ. Да так. В смысле? А где здоровый-то? Фух, он на мне. Он очень угрожающе приближается. Дуй. Ты где? А, вот.
Все, я его попустил. В смысле я не могу забрать свое оружие назад? Ты что набрал уже, пока я бегал, блядь? Брось нахуй. Пиздец какой-то. Брось, а то уронишь. Я хочу забрать то, что... Нет, желтоный кассет это не мое. Вот, вот это вот мое. Ну как? Ну как мне предсмет вот это? Блять, ладно, если хуй с тобой. Если оружие в инвентаре... Если оружие в инвентаре темнее, значит оно слишком старое, неэффективное. То есть его и починить нельзя, в этом смысле. Так, тут всякие я открыл эти... О, модификация тут лежит. О. Сейчас там что-то... Я вижу, что-то прекрасное есть. Молоточек я взял, да. А тут на кастет нахуй иди. Нахуй иди. Титановая труба. Вау. Острая грань. Вау. Что-то. Ну что, получается, затащили. Получается, развалили. Ну выйди ты, господи. Темнеет в том смысле, что у тебя, допустим, высокий уровень оружия, у оружия низкий уровень, оно нахуй не нужно. Вау! Вот, вот так должно быть. Вот так должно быть. Так, подожди секундочку, сейчас я карту посмотрю. Все, мы можем идти сдаваться, я надеюсь. Да, ура. А здесь есть быстрое помещение? Давно предлагал сдаться, Блять, тут квест новый есть. Сдаться. Пойдем квест сейчас возьмем. Да дойди ты. Чтобы сюда не ходить потом. А ноги-то мы будем сегодня отрубать, нет? Видимо, не будем, понятно. Так, квест где-то вон там. Как раз там, где плавают... Смотри, пацаны чилит, как плавают, смотри. Ну-ка, пошел, где? Хватит где? Всех убивать. Где пацаны чилят? О. Я тоже хочу. Это опасно, не забывай. Это очень опасно. Не приседай. Это как называется, экстремальный вид отдыха. Да, да где это же экстремально это? Только экстремальный что-то курорт или что-то. Экстремальный туризм, короче, да. Дэйв! Муви-директор? Ты напоминаешь этого чувака из того лагеря, откуда мы только что ушли? Гай Мартел, что ли? О, здесь торговец есть. О, верстак есть. Ты серьезно? Найти камеру, забрать оборудование со съемочной площадки. Да, иди нахер. Так, ты где? А? Ща? Бля, что ж такое-то сегодня? Ебай, сейчас запаркурил просто. Так, и как туда попасть? Делайте задание с лодкой, и у вас уже будет лодка спавниться везде. Окей, сейчас пойдем сделаем тогда задание с лодкой. Погоди, я в магазин тоже пойду схожу. Нет, я магазин я не нашел, как попасть. Так, возможно, прижимаю. Так, двери. О, карта. Ну понятно, карта, но опять она. Это просто карта. Это не быстрое перемещение. Может внизу, конечно. А, кстати, как вариант. Да вроде нет, тут какие-то эти, тут вода. Хотя я не удивлюсь, если будет здесь просто стоять чувак и такой. Не, наверху показывает стрелочка. Да, да. О, смотри, чувака тут зомби пытаются достать. Ну-ка, иди сюда. Зомби? Ну, в смысле, зомби, идите сюда. Да ты охуел, что ли, блядь? Ну, пиздец! Ну, как так-то? Почему он вообще не реагирует, блядь? Сука, я его бью, а он в ответ лупит меня, как будто я даже не нажимаю ничего. Да, это хреновое. А, внизу. Да, блядь, ты можешь сдохнуть уже. Я сейчас одному зомбарю два раза добивание провел, если чё. Это считается за одного. Да. Ну и чё? Так чё? Так, поговори со стороны. Так, они доберутся. 4 куска, спасибо. О, алкашка, заебись. А как в магазин Стэнли попасть, ты не в курсе? Сейчас у меня уровень, буквально секундочку, я сейчас скачу. Давай.
Давай дальше урон будем качать. Охренеть, а как в магазин-то попасть? Ай! Чего, он открылся, что ли, или что, или меня глючит? Меня глючит, извините. Я хуй знает, я не вижу никакого способа туда попасть сейчас. Еще раз подожди. Сзади. А я наверх уже залез, я... Это было тактическое отступление. Я, в принципе, разобрался. Че, кто не в курсе, как попасть в магазин? По сюжету откроется, и то на разок. Ясно. Заебись. Так, ладно, что у нас, значит, по этому? Какой-то... Ладно, хоть верстак не на разок. А, кстати, верстак-то где? А там, с той стороны дома. Так, чё, мы до лодки-то дойдём сегодня или где? Ща. Лодок. Тут осталось-то два раза упасть. Бля, я не знаю, что-то мне так в лом всё это прокачивает, честно тебе скажу. Ну вот у меня на 900 есть урон. Пизду. Так, чё у нас, чё ты говоришь? До лодки. А, ну давай что? Сразу уж хуй с ним, а потом все, пойдем туда, все сразу сдадим. Да, да. О. Деньги. Так, это нам туда, окей. Джерониму! А в воде бегать нельзя. Окей. Да. Зато можно прыгать. Причем зомбари бегают. Ну, зомбарям-то похуй. Я себе. Господи, боже мой. Ляг, пожалуйста. Ляг, говорю. Ляг. Да ёб твою мать, сука ты ёбаная. Пиздец, ты так ужасно выглядел. И забавно, с другой стороны. Хочешь прикол? Я вот стою, вот как выглядит? Я ебалом в воду просто смотрю, да? Да. Угу. У меня сейчас только что, я ради эксперимента, у меня почти вся жизнь закончилась. Плохело, да? Понимаешь, это уже даже не то, что присел или что-то еще, я просто подошел, опустил ебало в воду и начал захлебываться. Да ты сдохни, мразь, у меня выносливость. Выносливость восстановлена. До свидания. Да. Чё-то пока мне эта часть, если честно, нравится сильно меньше предыдущей. Вроде все то же самое, но вот какие-то мелкие тупники прям раздражают. Прям раздражают. Ядовитая бомба. Заебись. А это что такое? А, это ведь... Подожди, ты здесь был, что ли? Нет, мы здесь были. Не, лежи, не вставай. Гадский рот, да как ты меня ушатать-то умудрился? Обезьяна, ты богохульная. Пиздец. Так, друзья, сейчас буквально секундочку. На секундочку, я чуть-чуть прервусь. Угу. Сейчас, секунду. What's in here? Ай, забирай пистол. Изношенная палец. Я бы, конечно, продал, но... Кому? Оп! Да еб... Котик! Котик. Ты успокойся, что такое? Так тяжко дышишь, прям вообще пипец. Что? Смотри, котик. Так, друзья, я здесь. I'm back. На, тебе укольчик поставлю. Смотри, котик. Котик. Где? Вот.
А, господи. А за домом там чума этот, блядь, сундук. Так. Ну, нам, кстати, не... Нам, кстати, нихуя... Хотя можем, наверное, хрень. Здесь пройти вот так вот, тым-тым-тым, и туда. Хрень полная. Пойдем, наверное, туда все-таки вернемся, там как-то получше, мне кажется. Здесь какая-то... Да, наверное. А, че, я не поставил? Да, моя сейчас такой в этот крик издала. Еба, я просто этот... Как это называется? Как ты сделал? Научи меня, маэстро. А, все нормально, я тоже так умею. Так, вот теперь... Оп-оп, аккуратненько. А, то сейчас ножки переломать можно. Я все еще хожу на шпильках, поэтому с такой высоты прыгать на шпильках. Да. Блядь, да это пиздец какой-то. Так, так анимация работает. Такой. А ты не падаешь, да, я так понимаю, вообще? Ну и пошел ты нахуй. Я так понимаю, здесь засчитывает сломанные эти... Не теряй головы, даже если их просто оружием голову разбивать, потому что я не мог, блядь, 40 голов раздавить, ну, типа, ни при каких обстоятельствах. Так, я, походу, убил просто так с одного выстрела. Так. О. О. Да, блядь. Здорово. А, я не буду тебя, пошел ты нахуй. Я не хочу. Не пойду я к тебе, ты злой, противный и вообще. Я тоже на него хуйца забил. Слишком долго его бить надо. Так, нам вот, кстати, достопримечательность какая-то здесь. А он нас плюнул. Спасибо тебе большое, мудила. Мы тебя, значит, пощадили, не стали убивать, а ты взял и просто... Здесь бунгало на перекрестке. О, пойдем. Сзади. Охуй. Ха-ха-ха. Не успел, получается. Ха-ха-ха. Лох. Бля, чё, заболеваешь или что-то я начал прям как-то нехорошее ощущение. Лежи. Если в зомби превращаешься или что происходит? Не знаю. У тебя здесь тоже чувак в стене застрял. Да. А, я все-таки не буду. О, а можно из окна их бить. Кайф вообще. Да, тебе вообще-то нет, хотел, ну да ладно. Заебись, я прямо в шкаф отпрыгнул. Ебать, ну я территория, конечно, слышу. Просто охуенная. Так, заебали. До свидания. Ебать. Я через, вот. через форточку его 4, по-моему, положил. Ты видал, что я творю? Это просто кровавая баня. Ну я под яростью ворвался. А. Да, кстати, наверное... О, чертеж, алмазная грань. Блять. Так, это я возьму, это мне надо. Там чемодан еще есть. Что? Фрукт. Так, ну давай, давай. А? Прокачай быстрый подъем после падения, а тут есть секреты. Ты с первого раза открыл, что ли? Нет. Я просто очень быстро ее задрочил. Так, чё, какие секреты, чё? Алло. А, чё? Я чё, говорю, чё, какие секреты, чё там? Какие секреты? Ну, я слышал, здесь есть какие-то секреты, чё-то, нет? А, забей, всё. Навык прокачает быстрый подъем после падения, тут есть в игре, а вот такая... А, я знаю, он не заебись, да. Вот я и отъехал. О, не теряй головы, ачивку дали. Ой, да не то нажал, извините, блядь, я двери перепутал. Все, это я просто дверь перепутал, не надо сюда бежать. Аль, там все, никого не осталось? А здесь все получается, что? А, ну в принципе, да, мод забрали, босса ушатали, ну, получается, все, да. Не во всех зонах есть босс. А какой смысл тогда в этих... А, ну моды, если только. Ну-ка, секундочку, господи, подожди. Какой,
какой хаос здесь. Да, и все разбежались, заебись. Только я, значит, взял, чтобы это... А, это там чувак в опасности. Да. Да ты як уже, господи. Как, здоровый, что ли, ты? Да. Ты тут толпу обычных мансов. Что-то он, да, он выглядит как обычный, реально. Ага, хуй-то угадал. Это хотя бы, да, там какой-то первый был, он вообще был один в один, как обычно. Нати. Ух, нихуя себе. Смотри, какой у меня ключ здоровый. Нихуя себе ключ раз... Нихрена себе. Подожди, это F12, я считаю, заслуживает. Ебать, дрынь такой. В двуручный, блядь, пиздец. О, жуть какая. Так, мне дали очко. Блядь, ты уже второй раз очко прокачиваешь, у меня нет до сих пор. Take this. Please. На, говорит, возьми это, и у него из... Блядь, сука. Подойди сюда. Просто подойди сюда тоже. Залезь. Ты тоже это видишь? Нет? У тебя не торчит ничего из него? Эй, блядь. Потрясающе. Нет, спасибо, конечно, если тебе не нужно, я возьму, но, блядь. Не, на место уже просто нет. Да, у меня тоже, поэтому я не буду брать, я его обманул. Да ёб твою мать, вылези ты. О! Главное, он опыт нам дал. Я ачивку за счет пошла. Ну, надо кому-нибудь уебать этим здоровым ключом. О, верстачок. Да, мне магазин нужен, а не верстачок уже. Так, ну ладно, мы уже приближаемся. Я очко-то так и не вкачал, еще мы. А где тут быстрый подъем после падения? Правый, по-моему, ветки, если ничего не путаю. Да, вот у меня вкачал. Да, не вот, валяшка. Валяшка. Да-да-да. Так, ну давай. Эту штуку я хочу себе прокачать. Если это у меня уже вкачанная, да? Понятно. Я что-то сказал, что я ее не вкачал еще. А я ее, кажется, вкачал и... Да что ты машешь-то? Все, уже всех убили и себя спасли. Пошел ты нахер. Так, ну-ка идите-ка сюда. У меня такой большой ключ. Такой большой ключ. Я хочу кому-нибудь им уебать. Кто? Блять, они сзади вышли из кустиков. Они в кустиках вдвоем стояли, трогали. Мужчина, друг друга, вы что там, блядь? Блять, им попасть по кому-то просто нереально. Ее шатает всю сторону в сторону. Хочу посмотреть на это. Сейчас, 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 сейчас. А, выносливость. Она бьет тут. Блять, пиздец какой. Я. Не, ну это случайно как-то попало ко мне в инвентарь. Ну, в смысле, быстрый доступ, поэтому. О, самоубийца, давай я тебя забайтю. Блять, не получилось что-то забайтить-то. Что, блять? Просто взорвался. Блять, не убив никого. Задача. Сука, я стоял на 10 метров наверху. А, и меня убило, да, да. То есть я стоял, блядь, на два пролета лестничных сверху, и я сдох. Ну просто охуеть, вот это вот, блядь. Подожди, как я раз... жив до сих пор, я не понимаю. Подожди, пока... А, блядь, они бегут опять. Секунду, сделаю вот так вот. Да, блядь. Нет, это... Новый. Этот удар, конечно, прекрасен. В смысле, ну, сверху в прыжке он убивает. Но у него КД после этого такой, он стоит просто 5 да. секунд и ни хрена не делает. Так, ладно. Вот это полная хуета. Надо, пожалуй, ярость качать. Максимальное здоровье пока активно ярость. Да что, почему я не двигаюсь-то? Пиздец. Опа! Прыжок сверху. Какая ебань. Блять, да что происходит с этой игрой, блять? Попустись нахуй.
А никогда не закончится, или это бесконечное здесь место спауна? Походу, это спаун. Че? Просто такой звук был. Спрыгнул сверху. Мне вообще-то в инвентаре бы покопаться надо. Да ты заебал! Иди нахуй. Карантинный домик и двое в этой локации. То есть, ну, они отсюда будут бежать нон-стопом, я так понимаю, да? Так, пошли по квесту, короче. Блять, я потрясающе выпрыгнул в какие-то кусты, которые не пускают. Бесконечно. Это плохо, это очень плохо. Ну, это просто хорошо. Сразу нахуй идите за такие приколы. Как за 50 очков? Я не понимаю. То есть ты прям стимовскую ачивку получил за 50 разбитых голов, да? Да. А у меня стимовская ачивка 100 голов надо разбить. Что, блядь, как это вообще возможно? Кто-нибудь может объяснить? Это не то, что у него обычная версия, у меня дефинитив. У нас у обоих дефинитив издания. Так, все, стой, мне надо срочно поменять все. Это пиздец какой-то, у меня говно какое-то набрано. Бля, я худею. Так, давай надеть вместо вот этой хуйни. Надеть вместо вот этой хуйни. Inland Marina might still have some, but it's been overrun. Everyone there was killed. Ебать, у него глаза выпучены. Он видел некоторое дерьмо, мне кажется. Это ты меня толкаешь, да? Да, наверное. На какую-то пристань. Что-то это. О. Что, с этими будем здороваться? Да хуй его знает. Ну надо, наверное, а то пацаны как-то обидятся. Невежливо. Ляг. Ляг. Блять, а сейчас она сама вообще автоматом добивание сделала. Хотя я даже не просил. Заебись, я отъехал. Я видел, но у меня нет аптечки. Не-не, мои полномочия все. Я не в претензии, я имею просто, что вот. То ее хуй заставишь это добивание сделать, то просто вообще взяла, сама сделала. Так, ну-ка, что, я на крышу могу залезть? Прям могу, да? Нихуя себе. Я почти смог, прикинь. Че? Ща. Да пошла ты нахуй. Господи Иисусе, я на эту водонапорную башню 2 часа лез ради 3 сигнальных ракет. Спасибо. Не, ну сигнальные ракеты, что, они неплохие. Ну, может быть, но я ими не пользуюсь все равно, так что. Бля, жалко, патрон нормально, да. Ой, бля, пацаны, подожди, что-то пацанов как-то очень уж много. Подожди, это рано туда идти. Да вообще, в смысле, теперь надо за лодкой куда-то еще идти? Да, да. Ёб сказал, что типа мать. Здесь нет лодок. Может быть, есть на так, пристани. Пойдем какой-то. Тогда сразу другой квест возьмем, который здесь еще рядышком есть. Где ты это видишь? Иди за мной, мой юный подаван. Сигнальная ракета — это не патроны, а фаер. Они пригодятся в миссии в катакомбах. Да, именно это я и нажал, да. Гвозди. Да. Какая охренела дура, что ли? Так, надо не забывать, у меня ярость накопилась, окей. Так, где? Ага. Угу. Угу. Это бомж около помойки лежит. Ну, блядь. Ты добивать-то будешь? Ясно.
сука, лежит эта кнопка F. Нажимаю F, 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 F. Нет, она просто берет и пиздит его ногой вот туда обычно. Блять. О, верстак. Что такое? You know what I'm talking about. The white stuff. White powder. The kind you, you know, put up your nose. Bring me a few bags and I'll give you all the cash I have on me. Осуждаем вот таких людей. Осуждаем так, понятно. Деньги даст немножко. Okay. Я задание приму, но... Не знаю. Это надо. В целом, какому-то барыге... Не барыге, точнее, тарочку какому-то за нарко... За дозой бегать. Пошел ты нахуй, блядь. Нашел тут все бегунов. Так, а, сейчас, подожди, надо убрать. Шип по заданию. Слон какой-то затрубил, показалось. Или... Или не показалось. Да, из этого... По красному прошу. Ой, блядь, это здоровый, пошел ты нахуй. Все, 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 извините, пожалуйста, зря бы канал. Да, блядь, господи, отъебитесь вы хоть на секунду-то. Сейчас, я подхожу, я здесь, я иду. Да хули толку, здесь, не здесь, меня заебало просто шагу пройти нельзя, чтобы на тебя орда не выбежала, блядь, этих ебанатов, блядь. Я сейчас с какого-то хера, вот он не по... Вот нахуй я переносил своего персонажа, хули толку, блядь, от этого, если я отъезжаю, блядь, с двух ударов. У меня выносливости нихуя нет, блядь. Они не падают даже от моего удара. Пиздец какой-то. Блядь, у меня вообще отмечено почему-то другое. Отправляйтесь к дилеру, у меня задание. Наркоту ты найдешь, но главный герой его обманет и даст, типа, глюкозу. В принципе, уважаемо. Блядь, охуел. Охуеть. Да реально они с одного удара выносят. Что это за бред, блядь? Блядь, я такими темпами сейчас нахуй эту игру пошлю. Я не буду ее, блядь, проходить. Она заебала уже. Она, блядь, мы играем меньше двух часов. Чё за хуета-то, блядь? Ну реально не было такого в оригинале, блядь. Что-то здесь они с балансом явно проебались. Так. Блять, удар в прыжке мой вообще работать перестал, хотя он у меня вкачан, блядь. Там здоровый. А, спаситель Люка. Люк, я твой отец. Люк, я твой отец, и тебе сейчас пиздец. А еще заебись, у меня огненная палка, которая никого не поджигает вообще. Шашлык он вообще никого не поджигает. Хотя, по идее, должен. Дополнительный урон огнем приносит. Ну да, но он вообще-то поджигать как бы должен, прикол в этом. Ну давай, что у тебя есть там? Right, 30 тысяч опыта, серьезно? А что, он денег дал просто, да? Ну да. Похоже на то. Опять мы опять не туда идем. Да. Ну нас отвлек Люк. Ну да, надо же было помочь человеку. Люк сковородка. Вот есть просто какие-то вот долбоебы вот эти вот. Кто это вот? Адок. Новый какой-то вид, видимо. Вы просто хуй уронишь, блядь. Ну не знаю, удар в прыжке, кстати, их с ноги, в смысле, их хвалит. Вот этого я свалил сейчас. Ну ты же хрен пойми, то одного можно просто с одной тычки уронить, второго пиздишь, он пятится, да. Просто и все. Ты же странный. О, за байтю. Давай, давай.
Бля, я сейчас хожу по охуенно тонкому льду, если что. Тут бензоколонка, а я со своим этим горящим пуканом здесь. Горящим пуканом? Охуенно. Подбегаю к зомбарю, нажимаю удар. И она сама к нему в объятия просто прыгает к зомбарю. Вот, блядь, просто 5 с плюсом. Ёбаный в рот. А у тебя карта тоже, ну, этот радар зелененький? Нет, сейчас нет. Вообще, он, да, а, он, это... он становится в этой части, когда предмет, который надо найти, где-то... А, это, господи, это типа зона поиска, я понял. Тех. Как нелепо. Да, вообще, как нелепо это вот про эту игру, да. Кто? Ну, в смысле? Ну, пиздец, ебать, чушь какая. Так, очко дали. Так, да какой пиздец, как у тебя... Ты на мой уровень 4, по-моему, получаешь. Я все это время прокачался один раз. Ну, так у тебя же изначально уровень повыше был. У меня опыт, соответственно, падает побольше. А, ну, может. Просто этот люк, который он сколько ты сказал? 30 тысяч опыта дал? Ну, что-то, по-моему, типа того. Ну, мне, значит, 60. Я просто подумал, что 6 там с копейками. Mm-hmm. Потом сказал, что 30, ну, получается, мне 60 дал. Блядь, здесь пистолетный патрон, она их подбирать не хочет. Ёб твою мать. А хули надо? Действительно. О! Ну, у меня же нет пистолета, зачем я буду подбирать пистолетные патроны? Ебать, все, я пошла отсюда. Здесь энергетики, если что. Сейчас там взрывной. Да, блять, ну не в того, ну ёб твою мать! Ой, господи, сука. Ой, блядь. О! Патрон для дробовика. Да блять, ёбаный в рот. Let me go! Муж какой-то. А эти патроны для пистолета ты, значит, берешь. Ладно. Ебать, привередливая какая. Угу. Так, я так понимаю, это значит, наверное, то, что здесь сейчас будет либо пистолет, либо дробовик где-то в этой локации, да? Либо и то, и другое. Это было бы очень хорошо, потому что меня сейчас заебало их вот это вот. Хотя я допускаю, на самом деле, что в начале, вот, которая мне понравилась, какая-то стрельба, типа она получше сделана. Я допускаю, что в начале нам на этом, на корабле, дали какой-нибудь мега уровня какого-нибудь дробовика винтовку, потому что я не смотрел, какого они уровня были. А сейчас, когда мы найдем, нам дадут какое-нибудь говно. Так, а где лодка-то? А, ну понятно, зеленая зона просто. Ищите, типа. Может, лодку ищу? Ой-о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 й. Аккуратно, 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 соберись. Где вообще? Ёб твою мать. Первое слово у вас появится только в миссии Святой Марии. Заебись. По-моему, это не эта миссия. Я, конечно, не эксперт в этой игре, но мне что-то мне подсказывает, что это не она. Ой. Да, блять, напугал меня. Да я такой. О, ой-ой-ой. А, здесь двое всего, ладно. Можно и так похлестаться. Судя по всему, был взрывающийся только что, я отъехал.
here? Блять, ты бы видел это со стороны. А чё там? Короче, стоит раком какая-то тетка, просто раком вот так вот, жестко отклячив в жопу. И ты стоишь, это там руками-ногами наднимаешь, она как взяла, провалилась в доски после этого. Я просто ждал, пока у меня маленькая выносливость восстановится. Ну, она вставала в этот момент. И у меня восстановилась выносливость, я ее добил просто и все. А вот. Вот так. Такие дела. Где эта ебучая лодка-то? Я вообще походу вышел из зоны поисков. Да блять, F. Кстати говоря, после добивания тоже кулдаун есть какой-то. То есть ты вот это вот на F сделал добивание, да? И она, даже когда уже совсем разогнулась, блять, это серьезно. Она даже совсем, когда уже закончила это добивание, она еще стоит несколько секунд и просто тупит, ничего не делает. Ее пиздит в этот момент, насрать, все нормально. Так. Цель внутри посвященной зоны. Я затрахался уже, если честно, искать эту цель внутри этой затраханной подсвеченной зоны. Такое бывает не так часто, но что-то и я походу сейчас дропну эту игру. Ну типа это кал какой-то, говна. Даже по сравнению с первой частью, а это, блять, о многом говорит. Ну первая просто была такая не очень какая-то, прям, как сказать, гениальная. Ну это что-то вообще какая-то душнина просто ебейшая. То есть в нее вдвоем неинтересно играть. Вдвоем. Блять, я так настроился пройти всю серию. Самоубийца. Что взорвется? Взорвался. Мы отсюда пришли, да? Да, мы пришли отсюда. Мы отсюда пришли, они здесь зарез 55. Крутя компот. Так, окей. А там это у нас зона поиска? Ебать, ну, что за статуя? Вот лодка, ёба народ. А, это нет, это она разрушена. А ты открой карту. Ты видишь эту статую на карте? Ну, да, да. Есть чуть такое. Интересно, я хочу посмотреть. Ну-ка-ся. Ну, это пещера. Давай зайдем посмотрим чисто ради прикола. Мы в ту пещеру не сходили, давай сюда пойдем. Похуй вообще на эту лодку. Сейчас надо, знаешь, это отойти, вот это все отбросить, а потом выйдем и... А, так вот же она, ну ебаный в рот, ну что вы. Это когда, знаешь, когда... Это, знаешь, типа, это типа маму... О, я наркоту нашел. Закладки, блядь. Это надо, знаешь, как этот, как маму позвать, такой, мам, слушай, мы тут лодку найти не можем. Мама, знаешь, подходит просто такая, вот это что? Вот это вот что? Блять, это я зря сделал, это было очень неосмотрительно с моей стороны. Отходи, у меня... Все, я дурак. Я отъехал. У меня есть какая-то бомба. Кидай, похуй. Так, сейчас так будут и блевать, и кидать. О, а тут баллон, кстати, есть, между прочим. Да не, игра-то нормальная, вначале, да, тут никого много, а потом уже интереснее будет. На тебе, мужик. Ну ладно, подождем. Дадим шанс, так сказать. Блядский рот. Ага, я понял. Извините, пожалуйста, я хотел поднять, а потом на меня выбежал это мудило. Где? Ты что, охуел, что ли, меня игнорить, блядь? Ну-ка, отойди. А, ты его добил, да? Да. Ну хотя бы этого, ладно. Это красиво было. Разблокирован записи горящий ходок. Бля, здесь горящие враги будут появляться. Да, кстати, знаешь, здесь есть записи. Я сначала смотрю, вот типа бестиарий появился, да? Я люблю все это про врагов почитать, вот это всегда, да?
А потом читаю, а там типа, ну это, короче, зомбарь, он быстро бегает и наносит, и быстро дерется, из, ну, типа, много ударов подряд. Я такой думаю, а заебись, я вот просто только что я его убил, я видел, что он ко мне быстро подбежал и нанес много ударов. Типа, информация ценная, просто пиздец. Держи курсе. Бля, какое-то говно здесь лежит. О! Цианитовый клей, что? Мне показалось. А! Жопа горит! Прямо с жопы в костер сел. Так, а че? Это в Dark Souls надо так делать. Ты не путай, ну я да, перепутал, да, извините, да, пожалуйста. А лодка находится на краю деревни, но только там еще и мотор для нее найти надо будет. Он тоже рядом, сарай, с лестницей, на другом уже краю, я видим, около воды. Я, видимо, подозреваю, в каком краю деревни, потому что мы в один угол еще не сходили с тобой сейчас. Сейчас вот прямо из пещеры и налево. Да что ты прям, да, говоришь? Да, мы, да, где-то рядом должна быть. Мой ну... сказал, ну и где эта хрень? Это ближе. Вот, да, это гораздо, гораздо. О, блевун. Ну иди сюда, мой сладкий. Ой, какой, ой, какая прелесть. Направо, направо, говорят. Ладно, уж надо доковыряю сейчас его. Взрывной. Взрывающийся. Еще один взрывающийся, блядь. И что делать? Ага, все, заебись. Да, блядь, прицесси ты мне. Что происходит? Блять, откуда у меня опять какое-то говно, которое, о, сука. Блять, я вижу лодку. Пиздец какой-то. А где? Проверьте лодку. Ты где она хоть была-то? Серьезно? Ну да. Вот это что? Ну, бля, сейчас я тебя так понимаю. Моя с таким разочарованием в голосе. Oh, no. Where is the engine? Нет, а мотор где? Ну, бля, стой! Ущука! Ущука, жопу тебе закрыл! Жопу напарю тебе! Жопу на. Ой! Ой! Да ёб твою мать! Пошел отсюда нахер! Этот самый, хоть мастерская обозначена, mm, где. А, да, 54 метра, окей. Ну это, кстати, возможно. Блять, опять взрывные. Вы что, издеваетесь, они здесь все зареспились. Я только что здесь отъехал. Да ты, может, умрешь сегодня ради разнообразия, блядь. Ну. Ой, блядь, в пизду. А, ты нашел, да? Я. Да, я прибежал. А, так мы здесь шарились. Но поскольку мы не знали, что нам понадобится. Да, блядь. Ну, да. Блядь. Бегу, бегу. Опять эта сраная область поиска. Сейчас, 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 сейчас найдем. Бегу. Мчусь. Бля, да. Так. Вы что, попутали, что ли? Слушай, ну вот это реально, бляха, Dark Souls. Просто ты вышел из локации, зашел, все отрезпились. Просто. Не, ну даже в Dark Souls надо, знаешь, ну прям прилично отбежать, там какую-нибудь через дымную дверь пройти, нет, еще там, что-нибудь. Там на костре посидеть. Там нужно сесть на костер только, ну, или на умереть. На костре или умереть? А здесь-то нихуя. Взрывной, осторожно. Блядь. Извините, пожалуйста. Почему он взорвался, как только я подошел к нему? Я думал, ты вниз побежишь, просто простите, пожалуйста. А я могу ошибаться, конечно, но он меня вообще не задамажил, хотя я стоял в 3 миллиметрах. Вот, блять, да, а там я. Опа! Ну-ка, десантура. Заебись, я. Она такая, знаешь, подпрыгнула на месте, повисела на доске и такая, ах, пизду, не буду я прыгать вниз. Да ну его нахуй не хочу. Ну так где? Вот мастерская, чё? Так, а я где? Как я-то сюда попал? Ты десантировался из окна. Ну то да. А, еще туда. А, ну так пройдем. А, это тоже зона поиска, окей, без проблем. Пиздец, я вообще вышел. Нарани. Иди отсюда. Иди отсюда. Отстань! Отстань, ты не в моем вкусе, блядь! У меня есть уже большой, сильный, чернокожий мужчина! Ты на себя посмотри. Ни рук, ни жопы. Уже, может, наверх? Ну-ка.
Мы опустим тот момент, что это из-за меня у него ни рук, ни жопы, но, блядь, это детали все. Это вообще-то это не важно. Его проблема уже, да. О! Нихуя себе я нашел. Надо через крышу было запрыгнуть. Так, окей. Ща... Да иди ты нахуй, сейчас я дверь открою. А-а-а! Успею, 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 успею. Е, успел. Господи, что, что веселье все, я про все веселье пропустил. Выпрыгнул как дебил просто из этой. Так, ну и где? Где-то бегут, как будто бы. Ну да. О! Модификация колючка здесь есть. Мыло! Все, осталось найти веревку и будет заебись. Я... Осуждаю. Я... Осуждаю. Ты, блядь, серьезно, что ли? Я о чем в начале стрима говорил, блядь? Так я просто говорю, найти мыло, веревку, постирать веревку. Че она, блядь, грязная будет валяться, а, ну этом... согласись. А, двигатель надо нести, ладно, понял. Нахуй иди отсюда, че тут? Палиться, нет, палиться не надо. Че, гвозди? О, бля, пиздец, находишь коробку гвоздей, вот, вот, как ты думаешь, сколько там гвоздей было в коробке? Два. Один. Понял. Приемлемо. Знаешь, приходишь в магазин, дай тебе коробку гвоздей, открываешь, там один гвоздь лежит. Блин, ты бы видел, как... Подожди, брось эту хуйню, я хочу тебе показать, как это охуенно... Во-первых, здесь вот сундук неоткрытый. Кастет. А ты смотри, просто как охуенно... сейчас. Я тоже семеню, как этот, да? Ты как пингвин такой. Да. Вот тогда, когда... Когда это самое... Канистрой там был, были приколы. Ага. Но вот не тогда так было. Ты так и ходил все время. А я уже потом бы тебя посмотрел. Я просто, ну, потешно, ага. Но так, не спеша, настолько. Типа, еле как. А ну, ты-то все время так. Херачит. Так. Ой, уж заканчивать пора, ё-моё. Давай сейчас мотор донесем. Давай. Ну да, два часа прошло. Но это прям физически некомфортно, правда. Ну, говорю, посмотрим еще стриме. Если какая-то на следующем стриме это... такая же хуйня будет, то что-то даже не знаю. Найдите лодку для перемещения в джунглях. Не поверишь, не уровень дали. Окей. Так, спросите лодку, чтобы пробраться через джунгли. Давай, поплыли. Ебать, она топит. Блять, а я? Меня возьмите. Я думал, ты сел, извини, пожалуйста. А я за лифт там опять выбирал. Да-да-да, конечно, пошел нахуй отсюда. Ебать. Она застревает в зомбях. Вот это да. Не, ну это ускорение. А? О, о, спасибо. Секундочку. А, нет, это здесь. Да. Ух, ебать, их всех разматывает. На, сука! И как мне туда до... А, или просто надо добраться? Подожди, это где? Чё за... Я прошу прощения, а чем их эта лодка не устраивала? Ну, в принципе, нахуй она нужна. Ну, по большому счету, мы-то ее для себя сделали. Но просто... Да. Там прям задание же на нее было. А что это они все разлетаться стали с пары тычков? Взрывной. Ой, воу! Ебать, все умерли. Так, еще один взрыв, ну давай этого сейчас я вот так вот. Эп! Оп! Так, а нам. Да. Ага, нам туда. 47 метров. Щивим.
Эти ветки. God, the road is down. А там прям город будет сейчас, да. So close and yet so far. Я так понимаю, он такой не прогрузившийся еще, причем такие коробки просто картонные стоят. Я же говорил, когда соберете лодку, остальные начнут спавниться по всему. А, в этом смысле. А. То есть теперь в любой момент. А, ну да, логично. На этом перевёмся пока. Ну, пожалуй, надо, да. Можно наметить сейчас фронт работы, забьем. Можно наметить фронт работ, но потом. Так, слушай, а мы, между прочим, большую часть карты уже облазили. Ну так, между делом. Ну да. Короче говоря, да. У нас остался там сдать квест, там вот в первой локации. А у нас все быстрое перемещение-то есть какие-то? То что-то мы ходим, ходим. Нет, они где-то есть, да, быстрые переходы. Блядь, а что за статуэтка? Я так и не понял, мы в прошлый раз же вроде находили... Давай еще раз, чтобы понять, вот какая-то статуэтка. А прям рядом буквально просто здесь. Вот давай сейчас быстренько. Сейчас так тебе... это вход в пещеру. А почему какой-то помечен... А, все, там просто задание, поэтому он висит. А я все понял. Все хорошо. Ну, там может быть в пещере. Да, вот тут еще одна есть, все. Да, мы там оттуда ушли уже, а вход в пещеру все еще помечен. Ну, короче, может быть как раз ходить в ту пещеру потом, потом вот... А, ну к дилеру можно отправиться, да. Да найдем чем позаниматься. Деревню Халай, ну понятно. Ахалай, Махалай. Ну, пока вот. Что-то, короче... Пока под вопросом. Да. Пока карандашиком записано, поэтому пока что не... Доверимся. Ну, еще один-то стрим еще точно будет, 100%. Да. Но если там и там 2 часа такого говна будет, то, блядь. Соответственно, еще один видос у Александра на канале. Да. А там уже будем думать, будем смотреть. Потому что что-то как-то очень туго и нет какого-то... Фана какого-то нет вообще. Азарта, веселья, фана, да-да-да. Ну, как-то хрен знает. Вот. На этом так что все пока что. Да. Спасибо, Олег, за твою помощь неоценимую. Спасибо всем, кто будет смотреть это в записи. Переходите на канал Александра, подписывайтесь. Переходите в мою телегу, подписывайтесь. Соответственно, подписывайтесь и на мой канал, чего уж. Да, вообще было неплохо, как бы, да, между прочим. И если вдруг захотите задонатить, то, ну, это такое, чтобы с вами спорить. На этом все. С вами был Серхио и... И Александр, да, Soul Games Player. Всем пока. Всем пока.